Александр Сергеевич Пушкин. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Hi everybody, my name is Daria, and in this video you will learn the most famous poem by Alexander Pushkin. This poem was written to women and it's called Just Two. Actually, I don't know any Russian people who don't know this poem. We learned the only quatrain of this one. The wondrous moment of our meeting, I well remember you appear before me like a vision fleeting, a beauteous angel pure and clear. I think this translation is the most similar to rhythm of Russian one. But the second version was translated almost word for word. So I will use this translation because you can better understand Russian words in this poem. Let's start. Yeah. Я помню, я помню, я помню чудное, я помню чудное, я помню чудное мгновение, я помню чудное мгновение, я помню чудное мгновение. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты. Передо. Передо. Передо мной. Передо мной. Передо мной явилась. Передо мной явилась. Передо мной явилась ты. Передо мной явилась ты. Передо мной явилась ты. Как мимолетное видение. Как мимолетное. Как мимолетное. Как мимолетное видение. Как мимолетное видение. Как мимолетное видение. Как гений чистой красоты. Как гений, как гений, как гений чистый, как гений чистый, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. I hope you have enjoyed this video. If you'd like me to continue this, please let me know by liking this video and commenting down. Thank you! Bye!